Всем привет! В преддверии Дня Святого Валентина, Дня Влюбленных, приготовим с вами очень простые приготовления, но очень вкусные пирожные. Начинаем. Берем сахар 60 грамм. Добавляем сюда же мед 40 грамм. Масло сливочное 50 грамм. И помешивая, ставим на огонь до полного растворения сахара. Сюда же добавляем половинку чайной ложки соды и хорошенько перемешиваем медовую массу. Масса немножко побелеет и увеличилась в объеме. Масса уже немножко подостыла, добавляем сюда яйцо и хорошенько перемешиваем. Если будете добавлять пищевой краситель, то сейчас самое время. У меня краситель гелевый. Я буду добавлять капельками и смотреть. Перемешиваем и смотрим, какого мы хотим получить яркости цвета. Я добавила 16 капель. Вот такой получился цвет. Теперь будем добавлять муку. У меня всего муки 210 грамм. Добавляем сейчас половинку сюда и хорошенько размешиваем. Когда уже будет тяжело его вымешивать, убираем в холодильник на 10 минут до полного остывания. Выкладываем наше тесто на поверхность и будем вымешивать. Это оно похоже на пластилин, такое мягенькое. Убираем в холодильник минимум на час. Можно и на дольше. Сейчас приготовим очень плотный крем для наших пирожных. Сливки 30%. Добавляем сгущенку 125 грамм. Вливаем миксером около минуты. Для крема нам еще понадобится сок половинки лимона, точнее 25 его грамм. Крем получается довольно плотный. Если будете готовить с ним торт, например, для медовика, он прекрасно подойдет, он кисло-сладкий, то можно оставить так. Я же для пирожен буду использовать загуститель для сливок. У меня 9 грамм. Старайтесь этот крем очень долго не взбивать, потому что он превратится в масло. Буквально 3 минутки и все. Убираем крем в холодильник до использования. Разделяем тесто, половинку откладываем в холодильник. С этой половинкой работаем. Раскатываем приблизительно на толщину 3 мм. Перекладываем сердечки на пергамент. Выпекаем при 180 градусах приблизительно 4-6 минуток. Не перепекайте. Собираем наши пирожные. Как видите, краситель немножко выгорел в духовке. Поэтому, если вы хотите, чтобы были поярче, то либо больше красителя, либо выбирайте такой краситель, которому вы точно доверяете. Выдавливаем крем такими кружочками. Задекорировать можно крошкой или же посыпать разноцветными тучками. Можно еще украсить фруктами. Очень красиво получается, смотрите. Пироженки готовы. Они у меня простояли в холодильнике ночь. Очень хорошо пропитались. Сейчас посмотрим, какие они в серединке.
вкусно. Мягкий медовый корж очень хорошо пропитался и очень хорошо сочетается со сливочным лимонным кремом. Очень-очень вкусно, всем рекомендую. А всем мира и добра. Готовьте для своих любимых. Пока-пока.